Забайкальский край вошел в госпрограмму, по которой регион сможет получить вертолеты для оказания медпомощи в отдаленных селах. Об этом после визита премьер-министра Дмитрия Медведева сообщил главный медик края Сергей Давыдов. Росстат подсчитал средние зарплаты забайкальских чиновников. По информации ведомства, она составила 48 375 рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. Забайкалье стало вторым после Москвы по количеству выявленных получателей взяток. В крае зарегистрировано 201 преступление, а в столице страны на одно больше. Команда лучников, отстраненных от Паралимпиады в Рио, в составе которой находится забайкальский спортсмен Бату Цырендаржиев, установила новый мировой рекорд по стрельбе из лука на дистанции 70 метров на альтернативных играх в Подмосковье. В Чите земельный налог будет увеличен для участков, занятых многоквартирными жилыми домами, общежитиями, школами, вузами. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2017 года. Кроме того, в Читинской гордуме готовится документ об отмене льгот. В помощи, по мнению депутатов, не нуждаются инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий. Около 500 кабинок для голосования на предстоящих выборах в Забайкалье изготовят осужденные колонии номер 5 в Антипихе по заказу правительства региона. И ФК «Чита» одержал победу над ФК «Динамо» Барнаул со счетом 4-3 и вышел на первое место в первенстве восточной группы профессиональной футбольной лиги.